21 березня – Міжнародний день людей із синдромом Дауна. 21 день 3-го місяця – це генетичний символ хромосомної аномалії. Три копії 21-ї хромосоми – це те, що відрізняє людей із синдромом Дауна від решти. Здається, ми почали більше говорити про них, і все одно суспільство знає дуже мало і через те сприймає сонячних людей із осторогою, а іноді й ворожо. Наші гості – Венера Шевченко і Людмила Журавель – живуть і працюють із такими дітьми. Пані Венера – кандидат медичних наук і мама сонячної дівчини. І пані Людмила – режисерка, керівниця інклюзивного театру «Незабудки». Добрый вечер нашим гостям. Наверное, вопрос первый, Венера, к вам. Вы мама девочки, которая родилась с хромосомной аномалией. Что тогда вот чувствовали, что вам советовали, что говорили? Я пережила те же самые переживания, ту же депрессию, шок, как и все остальные родители, несмотря на то, что я по образованию врач. Но Американская педиатрическая академия при их уровне медицинской диагностики, аппаратуры, реактивов показывает, что 25% случаев медицина пропускает. И вот пока пришло принятие ребенка с таким диагнозом, ну то есть не самого ребенка, а его диагноз, конечно, у каждого родителя это проходит по-разному. Вот, поэтому одни родители сразу окунаются в решение проблем, другие отрицают. Вообще слово «даун» сложно произносить. Но в конце концов любовь к своему ребенку пересиливает, и любящие родители, конечно, принимают данное состояние. Это не болезнь, это синдром, который просто определяется определенным набором внешних данных, склонности к некоторым заболеваниям, которые чаще у них встречаются. Вот просто мы объединяемся, родители объединяемся, у нас в Днепропетровской области это общественная организация ДОСИД, там, где есть родители с разными профессиями и с разными как бы отношениями, и когда мы объединяемся, то нам становится всем легче, то есть мы не одни. Сколько ей сейчас лет? Ей уже 15 лет. 15 лет. О чем мечтаете для нее? Вот что бы хотели, чтобы она что, кем была, что чувствовала, чему научилась? Как? У меня двое детей. Первый у меня сын, человек с типичным развитием, а дочка вот с синдромом Дауна. Главное не навязывать своим детям свои как бы мечты, потому что ребенок должен сам сделать свой выбор. И так мы старались, в принципе, при воспитании старшего сына, так мы с мужем стараемся относиться и при воспитании Регины. Ей очень нравятся танцы. Она сама находит по телевизору, в Ютубе спектакли, сама на их ставит, поэтому она пошла. Ходит у нас 8 лет на танцы, и вот у нас, слава богу, появился театр «Незабудки», инклюзивный театр, там, где играют актеры с синдромом Дауна и с аутизмом. И, в принципе, вот у моей дочери есть реализация и другой ее мечты – это выступать на сцене. Угу. Как Регина на сцене? Ой, она очень органична на сцене. Здесь даже… Знаете, наверное, неправильно я сказала. Они не могут быть неорганичными, потому что они органичны от природы. Вот этот термин театральный, актерская органика, он присутствует в системе Станиславского, да, и очень многие актеры либо рождаются органичными, либо они потом уже в процессе работы над собой достигают этой органики, правдивости. Угу. Так вот, у них эта правдивость природная. Поэтому, да, вот их воодушевление, их желание выразить себя, это… Ну, мы вот обсуждали с вами перед эфиром немножечко, да, детки были у нас на экскурсии, они такие вот обнимали всех, такие радостные, дотрагиваются, контактные очень, да. Это все детки такие? Или это особенности вот конкретно характера вот именно этих детей, да? Ну, каждый человек разный, да. Ну, когда, например, воспитание разное, если вот человек, который не сталкивается, вот просто знает, что да, есть такие люди с синдромом Дауна, они для них кажутся как на одно лицо.
Но если человек попадает в коллектив, там, где много людей, детей с синдромом Дауна, и стоят родители, вот тут они понимают, что этот ребенок в первую очередь похож на своих родителей, а не между собой. Монголоидный разрез глаз, конечно, плоско переносится, более округлые черты лица. То есть есть, конечно, вещи, которые как бы врачу, да и в принципе... человеку, который когда-либо сталкивался с такими людьми, он может узнавать и по улице, что да, у этого человека есть синдром Дауна. Поэтому, в принципе, наши дети, они разные по характеру. Кто-то флегматик, кто-то очень активный, кто-то любит обнимашки, кто-то очень даже осторожно. И единственное, что у наших, знаете как, если чего-то нету, то природа это заполняется чем-то другим. Природа не терпит пустоты. И если у них есть интеллектуальная недостаточность, то у них оно заполняется другой такой особенностью, как социальный интеллект. Они просто на расстоянии, порой я за своей дочерью замечаю, думаю, что Людмила тоже это подскажет, когда мы гуляем по улице или по парку, какой-то в чужой обстановке, они вот по тому, как человек на него смотрит, какая позиция, то есть они считывают человека, насколько он доброзычливый. И может подойти, что-то какая-то спросить. Какая-то особенная, да. Проницательность. Или, да, то есть они уже просто понимают, вот, с кем они могут пообщаться, с кем нет. То есть вот даже вот по парку мы гуляли, и сидела женщина пенсионного возраста уже, но так очень по-доброму ей просто улыбалась, я это тоже заметила. Я Регине ничего не говорила. Регине было 6 лет, и она подбежала и села рядом и ждет общения. Подхожу, а эта женщина говорит, а я знаю таких деток, я работала в спецшколе, и говорит, что вам повезло, у вас, наверное, мозаичная форма, она такая у вас активная, общительная. Она прям вычислила специалиста даже, да? Нет, вот, ну, вот ребенок увидел, что сказать. Этот преподаватель в свое время, работая в спецшколе, ну, видно, человек, который любил свою профессию, любил этих детей, поэтому Регина очень легко к ней подсела на лавочку, стала с ней общаться. Вот, и поэтому, в принципе, так завязался разговор. И так часто в магазинах то же самое. Где-то она подойдет, а где-то нет, она даже не подойдет. А есть сложности в нашей стране вообще вот с адаптацией, да, обучение, потом трудоустройство, создать семью? Ну, когда родилась Регишка 15 лет назад, конечно же, уже начали родители объединяться, у нас есть Киевская всеукраинская организация, есть во Львове, то есть у нас около 15 организаций в Украине, а вообще начиналось с 4, когда у меня ребенок родился с синдромом Дауна, вот, поэтому, в принципе, было сложно и с детским садиком, и со школы. Сейчас последние 3-4... Это только специализированный? Да, или вообще просто дома. Домашнее обучение – это как тюрьма. Сейчас нету проблем у нас ни с оформлением, ни в детский сад, ни в школу. Если родитель сторонник инклюзивной формы образования, то это сейчас уже меньше проблем, уже все. В принципе, у нас первая леди Марина Порошенко, конечно, ну вот честно, как мама, я очень благодарна, и многие родительские организации. То есть у нас законы давно были прописаны. Но чтобы это протолкнуть в жизнь, вот это, ну, 2-3 года это было такое движение активное, что вот многие родители в Украине, организации, они вздохнули. То есть легче идет процесс включения. Большая проблема у нас, что делать после школы. Обучение вы имеете дальнейшее? Да, потому что есть профучилище, допустим, для получения специальности, кто плохо слышит, плохо видит, да. Физические ограничения. А вот для детей с интеллектуальной недостаточностью, к сожалению, нет. И вот такое событие, как у нас создание театра, то есть там, где дети могут приходить и дальше продолжать свое развитие, когнитивная социализация, правила поведения в обществе. Поэтому мы, конечно, очень рады, что Людмила Журавель взяла на себя такую смелость, потому что все-таки есть сложности работы с нашими детьми. А давайте вот о театре. Это может стать действительно профессией? То есть этот театр может стать профессия вот для, например, Регины, для других деток? Вы знаете... Уже не деток, уже, да, подросток. Есть такая практика в других странах, где вот люди с синдромом Дауна, уже даже говорим не дети, а когда они становятся более взрослыми, театры находятся на самоокупаемости, то есть они принимают своих зрителей,
продают билеты и получают зарплату. Муниципальный, возможно. Об этом, да. Об этом, ну, в данном случае мы хотим мечтать, мы верим в это, мы, очень бы этого хотелось. Потому что есть дети, которые, может быть, и не актерами будут, да, но в этом театре они найдут себе применение. То есть есть очень много детей, которые там вышивают, шьют, рисуют хорошо, понимаете, могут выполнять какие-то технические задачи. И если организовать вот такую команду, я думаю, что у них есть возможность найти в этом себя и найти в этом свое продолжение. Не поддерживают вас пока или не знают об этом? Наверное, не знают. Нам только год. Вот мы сейчас 21 числа будем отмечать год, и мы хотим, чтобы побольше просто узнали. Да, очень хочется поддержки. Будем рассказывать. Очень она нужна. Спасибо. У вас премьера будет 21 числа, да, Бах, вечер, Бах, Чайка. А почему Бах? Вот знаете, мне, когда было 14 лет, мой учитель, я, значит, духовный учитель по классу композиции в музыкальной школе, она меня познакомила с этим произведением. Вот просто принесла красочную книгу, красочную, вот для детей оформленную. И я познакомилась, прочла ее тогда. И вот она как-то там вот осела на каком-то уровне. Потом через какое-то время она опять во мне всплыла, и я поставила это произведение со взрослыми актерами. А когда увидела этих детей, мы поставили первый спектакль «Бременская история» по мотивам бременских музыкантов. Естественно, как у режиссера возникает следующий вопрос: а что дальше? Что ставить? Потому что вопрос репертуара вообще для всех режиссеров любого театра – это вопрос репертуара. Это всегда вот. И у меня не возникло почему-то сомнения «Бах». Потом, конечно, у меня был такой стоп, и я сказала себе, ведь Бах все-таки построен, это произведение построено на в основном словесном изложении. То есть там много в слове, там содержание в слове. И если убрать содержание и слово убрать, а у нас актеры не все говорят, и не все хорошо говорят, а общение со зрителем все-таки необходимо. Но все равно я не отказалась от этой идеи, и, на мой взгляд, получилось очень неплохо. Да, это сокращенный вариант, дети на сцене 20 минут, это не часовой спектакль, потому что пока сложновато им быть на сцене час, по запоминанию, по долго качеству готовили. Памяти. Ну, месяца три, наверное, да. Вот было такое отчаяние, что зачем я взяла, ничего не получается. А отчаяния никогда нет. Была немножечко такая, когда мы начали репетировать, им сложно было воспринимать по содержанию. Когда я начала им рассказывать, что о чем. Ведь аллегория Баха самой Чайки. То есть Чайка – это человек, который стремится жить не только духовными какими-то, ой, наоборот, не только материальными, да, ценностями, а становиться лучше каждый день. Поймут ли эти дети? Вот мне родители задали вопрос. Вы поняли? Ну, мне кажется, да. Мне так кажется, да. Каждый на своем уровне поняли. У нас к самому младшему Тимофею 9 лет. Насколько понял класс. Он, глубоко я не знаю, но он счастливый. Да, здорово. Да. Ну что, спасибо, что пришли к нам. На сегодня будем заканчивать. Вам хорошей премьеры, спасибо. Творчества и здоровья, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо вам за участие. Спасибо вам, да. Я ще раз дякую нашим гостям. Кандидат медичних наук, мама сонячної дівчини Венера Шевченко і режисерка, керівниця інклюзивного театру «Незабудки» Людмила Журавель сьогодні були у нашій студії. Обговорили майбутній Міжнародний день людей з синдромом Дауна. Я нагадаю, що 21 березня у Дніпрі відбудеться вистава за мотивами «Чайка» на ім'я Джонатан Лівінгстон Ричарда Баха, в якому будуть грати сонячні діти. Захід почнеться о 5 годині вечора в приміщенні Кайдакського палацу культури за адресою проспект Свободи, 67. Не пропустіть!